А что если закомбинить Хускара плюс Дазла? Если честно, я думал, что будет обычный простенький контент, но мы наткнулись на лютого ЧСВ чела и начали его хейтить. Маны на Даган нет. Он лазер замаксил, слышишь? Конечно. Лазер замаксил. Еще и паузы ставит, понял? Просто так, после драки чел начал ставить паузы. Ну и мы начали делать это в ответ. Дек сварит он, либо не знаю, что там еще. Хорош. Лоу. Не нравится, да, когда паузы ставят? Сразу какая реакция у него, да? Овер ЧСВшный челик, конечно. Да. Нет, спектра там, блин, тяжелая. Толстая. Было. Ну а чем закончился этот хейт, смотрите в видосе. Надо, давай его попробуем прям похейтить. Как-то да, вот надо нам. Нам надо как-то где-то вот стоять и поджидать его. О, вон прилетел. Let's go. Блин, пауз нет. Нет, у меня тоже нет паузы. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если закомбинить Хускара плюс Дазла? Старая и очень мощная комбинация. Ну и сегодня мы, конечно же, посмотрим, что мы можем с этой комбинацией придумать. И, надеюсь, получится очень-очень интересно. Ну, у нас сегодня, как обычно, будет помогать делать эту комбинацию. Кто? Penetration. Правильно, это Антонио. 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 Где я? Антонио. Все, там как это было вот это вот? Поехали. Все, поехали, заводи. Так, ну и что ж, у нас сегодня... Ага, Хускар в бане сегодня. Найс сыграли. Ну, бывают, как говорится, вот такие вот ситуации. Ну и продолжаем. У нас... Блин, надо было Акса забанить, я сейчас только сейчас понял. Я его банил в прошлое, я сейчас забыл. Я тоже забыл. Ну ладно, как-нибудь, я думаю, справимся, Акс, это что первым будем ложить. Короче, старенькая, простенькая комбинация, ребятки, которая будет позволять нам бегать немножечко подольше, через крест. Я думаю, должны получиться интересно в целом, потому что это старая комбинация. Ну и будем проверять, работает ли она сейчас до сих пор. Ну и, конечно же, перед началом видоса поставьте лайк и не забывайте подписаться на YouTube-канал. Также, ребятки, очень важно, телеграм-канал, ссылочка в описании, чтобы не потеряться, потому что сейчас неизвестно, что, как будет вообще. Ну и, конечно же, в ТГ-шке мы все кооперируемся, я даю информацию о стримах, о дальнейших каких-то действиях на YouTube. Ну и, конечно же, просто хорошо проводим там время. Поэтому залетайте, буду очень рад, если будете заходить в ТГ-шечку. Там нас уже очень много, но самый активный, как говорится, еще на ютубе. Давайте, ребятки, я знаю. Зайдете. Так. А не зайдете. Я зайду к вам. Я забаню вас. Забаню. Так, ну что ж, давай, шоу импровизация, как обычно у нас. Что должен у нас Дазл качать сегодня, как думаешь? Плюсы, естественно. Плюсы, правильно. Что еще? Он же тролль. Что еще? Ну, крест, наверное. Первого левела. Крест первого левела, ага. Плюсы, плюс крест первого левела. Слушай, ну залог успеха. Уже да, чувствуется. Уже мотивация топрет уже, дядь, так-то. Уже понимаю. На самом деле... У нас здесь по раскачкам, если честно, лютая у меня в голове такая дилемма. Как бы и замедло хорошо, и кресты раскачаны хорошо на дистанцию. Если у меня будет нормально левел идти, можно еще яд подмаркать. Если нет, то мне нужно в 2-3 уходить как можно быстрее. Крест сил. Да. Потому что потом, когда будет уже 11 левел, либо 8 уже прям... Тяжело все. А тут еще яд не такой сильный, на самом деле. Вот, блин... Т2 его масса всегда максит, там он просто поломан. Почему? Потому что он всегда обновляется. Прикат каждой тысячи дазла, прикинь. Его длительность бесконечная. Типу ты куйжа. И на лайне просто вот одним дядом можно прогнать просто до пол хп, типа захарасить.
такое нельзя пропускать. 6. Как хорошо, что мы в первой доте. Да, повезло, пронесло. Надо вот этому покликать, а то он что-то не втухает, не понимает, что происходит. Не понимает, что чел. Что чел? Газоблок. Газоблок. Макс 54 рус. Макс. У Стаси 15. Ок, я лезь. Ты не лезь, ты елез. Пропустил я. Ты не лез, ты елез. Это стандартно. Елез, кто мид? Я мид. Лад. Опа, закрывашки тут будет. Ну, гоу немножко подеремся. Я так по Харасу немножко пройдемся. Ух ты, сало. Надоед. А мы их сильнее. Мы сильнее, сильнее в любом случае. Еще и тролли туда же. У нас два тролля, конечно, мы сильнее. Все, пойдем. Опа. Перекрыл. Ну, пусть ест там. Ну, ладно. Пусть ест там. Таверну кушает. Удачи и приятной игры. Удачи и приятной игры. Все, я пошел на лайн, давайте, пацаны. Ты падло. Мне даже саппорт там падло до бегать. Сейчас ест все равно умрет. Ой, один хп, фиссуру ложить надо, дядь, фиссуру, давай, нифига там на меду. Я-то переживал за него больше, чем за свою жизнь, на самом деле. Ну, почти. Так, товарищ Шойд, ваш лайн окончен, можете идти бегать. Уже окончен. Да, как бы, ваш лайн уже окончен, как бы можете уже пойти, там, не знаю, АФК куда-нибудь. Успею стакнуть маленький кэмп. Ну, наверное, успеешь, что нет. Даст динго! Не, не успел. А, не, успел. По идее, успел. 90% даю, что успел. No. 90% проигрались. Просто когда я сорил на 58-й, ты их вывел к дереву уже. Поэтому думал. Ну, а что он так? У него тут вижен, что ли? А у него может быть еще и третий глаз, не забывай. Ребятки, не забывайте, что может быть меха, между прочим. Гомосеки докопались. Да что они хотят? Ща папа-тролль придет. Эй, это что такое? Походу он умер. А, нет, сейчас Шойд ему поможет. Шойд сейчас тоже умер, дядь. Ладно, пойдет. Что они делают? Я не понимаю, что они делают. Очень интересно это было. Что они делают? Почему они... Почему тролль по табор побежал вообще изначально? Тебе нужно купить что-нибудь, курик? Не, забей. У меня все в магазине лежит. Надо зайти будет позже. Я бы запулил, но, блин, один... Одиночный впадло. Надо было стакнуть. Нормально, нормально, дед. У них по первому левелу. Че, я, наверное, сразу в армилет. Армилет. Просто в тупую. Армилет. Весло. Весло. Блин, он... тебя там доходит. Да не должны, не должны. Под хилом я на развороте еще потыкаю. Убили. Просто такой топорик медленно летит. Все. Угомонили. Ой. Честь. Надо было не сильно агрессировать. Себя поверил так-то. Сюда. Себя поверил. Ну и, кстати, армор очень хорошо меня так это... взбодрил. Долго жил. Под тэшка, конечно, подобиваю, думаю, что-то. Что-то.
Подбиваю. Ну такое, ничего не добил толком. Ну ладно. Че, сапожок, наверное, все-таки возьму. Я думал, если бы сейчас не умер и забрал бы там, может быть, какого-то тролля. Да иди. У него сапог у тролля. Дядь, да, я сапог сейчас возьму в магазе. Давай, я просто их подминаю. Пятый левел есть, все, можно будет работать. Сапог возьмем, пятый левел. Хорошо, и пойдем. Хорошо, есть, если что. Если что, имеется. Здоров, дядь. Стойку зачем меняешь? Еще одну тычку бы. Все, умер 100%. Сгорит, по идее, если нет хила. Пойдет. Как так? Да, меня убили. Что это такое? Как так? Как так? МХ. У тебя бег меньше, ты догоняешь. Откуда он ставит? Он МС проверил? Тем более он под ядом. А че убегал? Типа вот это, понял, получилось? Могу в двойку яд взять, мы можем его убить. Или пробить хотя бы. Да ГГ ему уже. Раз, два, три. Ну а сейчас будет альт-куку, я тебе говорю. Четыре. Раз, два. Сейчас тун. Случайно ливнул. А не, все уже, тут забей, у них лайн тут. Горелку прокачал уже. Тяжело будет им. Так, ну у меня армлет, в принципе, есть. Я попушу. Магазик зайду. А ну руду. Давай. Там первый куб, все дела. Давай. Прессингуем. Можем убить даже. Хотя у шейкера нет маны. У шейкера нету. Шейк, шейк, шейк. У меня тролль сделал сальтуху. Когда я пытался заластхитить, короче. Только что, по-моему. И получилось так, что как будто выглядело, что я себе анимацию сбил. Атаки, долго, типа, он замахивался. Так. Чё там, армилет тебе летит? Нет. Я просто отправил его в магаз. Мне армилет надо. Понял. Там один стоишь пока? Да, норм. Да сейчас армлет будет, вообще пофиг на все будет. Я даже их убивать не хочу, потому что ливнут. Ну, сейчас. Сейчас ливнут пацаны. Такие, не-не-не. ГГ изи катка. Можно попробуем в смоках пойти на рошу, дядь. Не уверен, не уверен, конечно, в этой затее. Я не уверен, что нам вообще смог понадобиться. Думаешь, у нас в спине кто-то, нифига себе. Нет, я бегу. Этот сгорит. Войд сгорит. Сейчас, да, я восьмой апну. Скрипчиков. И курочку возьму. Тут трахех. Трахех? Как она мне больно влепила. А, у нее 6 левел уже плюс, да? У нее, по-моему, 8. Да, у нее 8. Нормально, как у меня. А чего у нее такой левел высокий-то? ВБЛ стояла. ВБ. ЛПК рейхи, дядь. ЛПК рейхи. Так, ну что, пойдем? Пойдешь? Конечно. ЛПК рейхи будем делать? Хорошо. Я думаю, без вопросов заберем. Могу чуть подтанковать. Нормально. Сейчас клепать будет. ЕС подходит, чтобы поклепал. Ну, вместе так уж тем более заберем. Глинового.
ЛФК орехи. Как думаешь, кто Аегу будет забирать? Ну, он будет пытаться, мне кажется. Опа. Ну, получается, я забрал. Пойдем. Вот. Повара сейчас носить как паровозом. Да, да, я думаю, вот как темповать здесь игру в плане того, что сделать грамотную и просто вынос, либо покайфовать, посидеть, как обычно мы любим делать. Ну, типа, можем мы тут сейчас так просто... Такую доту можем показать. Траксу или... У, забашил меня, прикинь. У меня маны мало. Маны мало? А что у тебя там? Ага. У тебя аркана есть. Я думал тебе аркану купить. А у тебя, кажется, есть еще. Аркан. Аркан, аркейна. А давай, может, я грифс соберу? Ну, блин, если есть желание. Если есть мозги. Мозга. Спазмозган. Спазмоган. По мозгам. О, так а чё, ты ж рядом. А, у тебя есть крест. Так и видел, фальстарт. Это даже, в принципе, без крестов. Опа, нифига себе ты, дядь, ты чё так пугаешь? Дядь, ман мало вообще. Ну только давай, отойдем, отойдем, отойдем. Вон, Рега, слышишь? Иди Регу возьми. Иди Регу возьми. Что он хочет? Ну давай. Сейчас все будут байтиться на эти лоу хп, короче, понял? Как быки на красную тряпку, знаешь? Лоу хп видит, сразу муууу. Блин, но я не знаю, это сейчас тебе говорю, эта игра 20 минут будет. Отвечаю. По сути, в Дазл плюс Кускар она так и должна происходить. Ну да, либо кстати. Либо она потом, наоборот, заканчивается против. Да, против. Да, согласен. Почему? Потому что Хускар это ранний пик формы, и этот герой, он именно хорош тогда, когда быстро игры заканчивает, и даже в нормальных, простеньких играх, где вот играют там игроки более такого высокого уровня, они всегда стараются, вот взяли там, да, доминатор, армлет, там, условно, даже просто армлет, они все, они идут просто ломать, а если же и тиммейт еще помогает, то, конечно же, это прям вообще жесткая комба. Прям можно идти смело и душить. Ты грифс, ты будешь? Я могу собрать грифс. Давай соберу. Соберем. Я думаю, мы так и сделаем. Пронесем просто их. Черепочек деда летит такой. Смертоносный черепочек деда, который тебя задынает там, знаешь. Так, я возьму себе сейчас аркейну. Пускай с арканой. Сюда, сейчас мека будет еще. Че, хочешь дальше идти? Ну, если у нас такая страта. Да, сейчас я, подожди. Меку куплю. Мека на базе. 2300, да? Ну, как раз. Нифига там заруба стримеров. Я иду с Аигисом фармлю. И в куру купилась, да? Я бегу. Правда, я думаю, там сами справитесь уже, да? Сами справитесь. Я на миду кайфую. Вот туда его. Туда его. Недолго он держался. Недолго он держался. Да, это будет тяжело записать такое видео, потому что тут будет давление с первых минут, а, как правило, первые минуты 3К ПТС не выдерживают. Это прям, конечно, будет тяжело для них. Морально и физически. Это при том, что мы еще по рофлу. По рофлу просто гейминг.
Пошел я. Не достаю. Опа. Кинешь. Купола, кресты. Сейчас смешно, что у меня Аега закончилась, дядь. Вот это руина. Вот это руина. Ну, мека не долетела, но я в думе все равно был. Аега в куполе закончилась, прям секунды там. Это забавно. Лёрик рядом за тобой бежит просто. Да кидай ты стан, дядь. Кинь стан ему. Что ты стан не даешь? Лёрик, знаешь, что у него стан есть? Знаешь, у него дазл есть, ему больше ничего не надо. Реально он стан так и не дал. Тупо не дает. Медовик. Мне кажется, тут просто вот Rattler Crest, это просто имбище, кидать его на Фускара. Да, промахить, это прям будет круто. Преимущество, да, от физы защищаться, а от магии у него встроенная защита. Да. Это да, еще защиты очень много. Промах тоже. Как этот, дизарм получается. Лёрик просто, он стан не кидает, дядь. Забей на него. Я пушить буду. Это... Давай. Раскачал его на 4, но... Да, но не дает. Очень странно выглядит, конечно. Будем просто хускаро-машинами. Хускаро-машины. Ребята, стратегия максимально простенькая. С друзьями обязательно пробуйте. Если у вас есть какой-нибудь безбашенный друг, берите, пробуйте. Эта стратегия, она максимально рабочая. И, в принципе, я думаю, никаких проблем не будет. Да что они все на меня... О, опять Дум кинул, дядь. Но я буду драться. Давай я... А, ну, я типа тут умираю все равно. Все равно умираю. Блин, ну, меня Думом солят. Я не могу армлететь под Думом. Но сейчас Грифс будет. До Грифса дожить бы. В грифсе я буду лоу-хэповый, очень еще крепче. У меня будет, получается, под соларом у меня 20, так 40 армора будет. И я думаю, можно будет стоять, просто драться. Блин, это так тупо, да? Вот на самом деле контрится Думом. Мне кинули Дум, все, до свидания. Я не могу армлететь. Типа, знаешь, так отключил просто. Че, Дума пытаться первым убивать? Так он же со стороны стоит. Все равно кинет, даже если ты на него набросишься. Ну, да. Блин, кто-то если другой убьет. А есть у меня, короче, грифсы. Пойдем по топу. Че мы в мид ломимся? Пусть сами идут. Let's go. Let's go. Полетели. 16 минут, дядь. Ну, в принципе, грифс на 16. Нормально, у меня 40 армора будет. Если там начнется что-нибудь, какая-нибудь суета. Я еще под Лёриком, под аурой буду отхиливаться. Лёрику маны дам, наверное. Да, 27. 47 армора будет. По-моему, 20-ку дают, я точно не помню. Либо 15-ку, либо 20-ку. Но это жестко в любом случае. Давай собрата возьмем, чтобы подхиливал. У него монориген аура еще прикольная. У Дазла лесного. Джуманакс. Лесной болван. Вот за мной будет лесной болван ходить просто. Подхиливается 3 по 5 кп там. Старается. Старается, то есть он все, крипа будет подхиливать. Давай, дядь. Что там, тускариды повышенные в крови. Хорошо. Опа-ча, сюда, дорогой. Опа. Ну-ка, дазл, работай. По 5 хп. Да в смысле? Все, поехали. Все, поехали. Опа! 42! У меня защита 42 под твоим этим бафом. Да, купол главное, не становись. Я хилку кидаю, полетел.
Лотарчик. Опа, дум на мне, дядь, если что. Опа, купола на мне. Ну, пока не торопись там. У меня 27 защиты сейчас есть. Живу. Ай, мне вообще что-то все равно, дядь. Это еще у меня грифс не включился. Вот, сейчас еще мой ульт работает. О, вообще забей. Вообще забей. Рикимару 34 защита была так что. Э, куру! Шлепнули. Но это не моя кура была, я все равно закрою. Блин, ну это жестко, даже до грифса, до зоны грифса не докинули. Дазл пошел работать, подхиливать так. С включенным армлетом хп вверх растут. Хилящие персонажи, вот, когда ты давишь базу на ранних этапах, они вот... Да, они жесть как решают. Очень жестко. Смотри, реально, на самом деле, Дазл этот как регенит там. Он всех там подхиливает, этих крипов. Реально очень жестко выглядит. Казалось бы, по чуть-чуть регенит, да? Все-таки решил не тебя фокусить. 50 защиты, слышишь? Просто 50. Давай просто пушить тогда. А, 20 минут больше не отсилили. Но, блин, они, по идее, все такие игры будут. Давай попробуем сейчас next побалансить. Если эту катку мы просто пошли ломали, то next-овую катку постараемся именно поиграть на контент. Не знаю. Потому что это прям... Ну, как видите, ребят, стратегия рабочая. В принципе, если еще вам там 1-2 тиммейта помогают, вообще никаких проблем нету. Погнали next-овую. Let's go. Ну что, ребята, если прошлая катка у нас была... Так как надо, то сейчас мы будем рофлить. Рофлить будем сильно и смешно, наверное, я не знаю. Го по догону. Давай. Нулик покупаю на первые бабки. Слушай, давай я тоже просто на первые бабки. Давай. Просто нулик сейчас. Я беру и ты нулик. А, потом тупо рашим по визарду и просто инвентарь догон. Короче, ты будешь ваншотить ульт, огон. Типа да, типа забавно. Мидр. Мидр. Стан. Давай усложним себе игру. Чисто по челленгу у нас. Будем выполнять челленги. А что, надо как-то развлекать публику. Первую игру сыграли так, что, блин, ну просто вынесли. Даже вообще ничего особо не делая. Две комбинации вот эти, да, там. Дазлом плюс Хускаров. Хускарчик бьет, Дазл крест кидает и все. Но на самом деле, я думал, ситуации будут прям овер-жесткие. Такие, что там в лоу хп, там люто, там армлетинг, там на троих, четверых. Там. Но это дело ситуации же. Дело ситуации, поэтому ситуация не указала. Соответственно, покупаем нулик. И погнали. Смотри. Кому нужна кура, никому. Никому. Мы берем хилочку тангусик. Все, погнали. Че нам? Че нам, пацанам, вообще? Ну просто посмотрите, это два тролля. Два тролля, которые просто. Два иракеза. Которые просто сегодня будут собирать догоны. Meet сам. Интер ФПшнул прямо сразу. Может, что-то знает, пацан? Ну, наверное, что-то знает. Ну, будет тяжело, но если что... Против лазера тебе тяжело будет. Ну, будем пытаться диспелить его с помощью ульты. Я думаю, тут аганим собрать. Дагон, аганим, дагер, что-то такое. У них там есть немного физики, все остальное магия и чистый. Спектра. Спектра. Этот, тинкер. Такое. Но в целом должно быть пофиг. Фига там суета на топе пошла. А, там еще и Лина. А, Лина за нас, все. Жесть, я туплю. Шишер. Пойдем Шишер. Прогоним. Шишер. Тинкер видел за тарк? Опа, давай, фарм. Хорошо. Спасибо, мужик. От души, бро. Кайф. Покушали. Опа. Зевса задушили. Ща будет тун. Опа, есть. Ну нормально так левелочек у нас. Унитаз за 34 тысячи она купила. Чего? Инсталляция с кнопкой. Красава, бро. Теперь будем писить и какать за дорого. Не, ну на самом деле ремонт дело такое. Дома прям. Прям сейчас в дом очень много уходит. Там бабки жесть.
и унитаз бабки. Купил. Дома хорошо. Да, унитаз купил, дома хорошо. Но немножко не понял, почему первым покупается унитаз, потому что у нас унитаз там стоит. Хотя бы какой-то. Ну да ладно, это не наше дело, как говорится. Жена сказала, надо делать, пацаны. Каблук гейминг. В доте я король, а в жизни кто? Каблук. Каблук. Надоед. Я вот кто я в жизни. Надоед. Смотри, шрапнели пошли, дядь. О, фарм, фарм, фарм. Вкусненько. Last hit, жучков. Last hit и жучков. Last hit и жучков. Слышишь, я придумал, это типа какой-то, знаешь, блин, организация какая-то по типу, там, уничтожение насекомых, понял? Такое вот. Дезинсекция. Дезинсекция вот это, да. А тут last hit и жучков. Блин, это смешно, я такой тупой. Осуждаю себя максимально. Last hit и жучков, дядь. Оп, большого жучка заласхитили. Сейчас будет писать снайперак, где помощь? У меня креста нет. Да, нам он не понадобится, дядь. Сейчас догоны и поехало. Что думал? Шутить с тобой буду. Блин, вспомнил, как я в детстве, когда играл на Хускаре, либо против Хускара, всегда бесился, почему у него хилка не скидывается, вот эта зеленая. Типа я думал, что это обычная хилка, а это, оказывается, хилка Хускара была. Ну ты рак. По факту, я слился. Дай, у него сапог, что ли? Ну подожди, я догон соберу, дядь. Шашер без шукучей. Шунькунчань. Шунькунтянь. Слышишь, пошел ты вообще на отводы. Опа, фарм, фарм. Эй. Давай, дядь, я помогу. Добивай. А в чем смысл мне отводить, если лайн стоит на месте? Я только зарыню. Ну, тебе просто на экспу и все. Только если так. Тогда просто тауэр потом. Тебе под тауэр зайдут крипы и потом пропушится лайн. Эй, ну ты что такое? Не дави меня мозговой активностью, я сегодня на расслабоне. До свидания. О, у тебя яд 2, да? И вот этого можем, кстати. Снайпер. Опа, обманывает нас, понял? Туда его. Не, он хотел, чтобы мы жучков зафармили, а мы... Подожди, вот ты понимаешь, он специально развернулся там, дал еще жучков, чтобы мы пофармили, и его пофармили. Слушай, ну прям хены актеры, да? Актеры, реально. Реально, хены актеры просто отвечают. Хен, тебе надо что-нибудь в куре? Ну, у меня догон через 300, ну забей. Отсосу тракториста. Сюда несу так. Эй, минус один, куда собрался? Все, молодец, брат. Ой, его актеры. Вот-вот же. Хен и актеры. В студии Хен сегодня с нами будут Антоний, а также актер на Вивере. Надо было представить. Ой, бро. Ну я не знаю, когда-нибудь сдохну за компом, честно. Давай, жучки. Жучки, 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 братан. Хен и актеры. Слушай, ну когда-нибудь сдохну, отвечаю. А? Ну позвонишь. Да блин, сбил хил мне. Он вот он, вот он. Уже все, он не актер получил. Давай, тараканы. Опа, фарм пошел. Опа, еще один актер пришел, дядь. Ты живешь, актер мой? Меня сейчас актер убьет. Ну давай, я тебе жопку помажу, давай пропущу. Опа, походу актер. Хилку. Опа, вот, все. Блин, ну актер выполнил свою задачу, но не дотерпел до середины игры хотя бы чуть-чуть. Пошел он на отдых, актер. Кура, если надо, тебе возьми что там. Не-не-не-не. Не надо. Чисто актер. Устал, наверное, на Вивере. Актер пришел, меня убил. Опа, стрюнкер, да? Актеп. Ну, актер тоже.
Актеп, получается, слышишь? Актеп. Это как это, Сбиджияха Светлана, да? Только актеп. Сбипок. Ой-ой-ой, меня тут молниями решили загасить. Так, ну я Куру-то доберу. Дерись, я рядом. Да гоу. Крест! Кинь мне крест, идиот, я мансую целый год. Их не дождался я курьера. Не дождался курьера. Ну, жесткий Зевс. Ну, я мог ультануть в теории, но не хотел. Рак, потому что. Главное, догон есть. Догон есть, да. Мне самое главное, это был факт догона. Слушай, надо Тинкера загнобить. Под смоками там пару догонов. Мне кажется, он их единственная надежда. Да, он что-то там какой-то вроде 2-0, что-то бегает. Такой, смотри, Затар, как у него профессиональный. С надеждой на Тангусу, что ему запулят, но так и не запулили. Да. Не повезло. В итоге он сам себя запулил. Так, ну у него лазер КД, кстати. Но он такой... Я сейчас проверял, типа, ну, на дурачка. Будет он стоять? Нет, он вроде отходит такой, знаешь. Понимаешь, что лазера нету. Короче, это не актеп. Не, это не актеп. Это профессионал дото. Вот Лина актеп. Самый натуральный. Все, я к тебе сейчас приду. Просто в меду тут кайфую. Все. Я купил смоки. Можем прогуляться с тобой его пару раз наказать. Ну, камон. Камон, everybody move. Я на низ ушел как раз. Ну, давай снайпера сначала, приходим, да, раз да, я да. уже иду. Кура пока еще летит. Я ультану в него сразу и думаю. Ну, ты если что, за медло накинь там. Я ультанул. Поверху иди. Мне кажется, он вниз пошел. Да. То есть он быстрый с сапогом. Курой, может, подчекаешь? Но он, мне кажется, уйдет уже. Хотя нет, не уходит. Хорошо. И туда его. Так, ну чё мы? Чё, пройдемся? Подхиль себя, слышишь? Да, гоу. Юзай. Подхиль себя. Потому что он может тебя проказ дать. Опа, к нам идет, слышишь? Это хорошо, очень хорошо. Тревел у него есть. Я буду его бить, лазер дает. Я... Но тебе может дать, смотри. Все, я скинул. Хорошо. Догон. Туда его. Дал ему догона, да? Да, конечно. Хорошо. Но у меня догон в КД был, на снайпера тратил. Давай сейчас подождем, кто на лайн выйдет, там задогоним чисто его. Чисто задогоним. Блин, хотя там столько фарма, да? Ну, по экспайсе пока. Есть чё. Фармы, нутриенты, там тут всё. Фармы, нутриенты, абитуриенты. Хинази. Клиенты. Клиенты, хинази срак. Ну, Тинкер с тревелой, кстати. Да и пошел он. Да и пошел он. Все просто и понятно. Да и пошел он. Вот так вот и живем. Да и пошел он. Все. Все понятно. А что, думаю. Ну вот, короче, ты либо фарми, а мне надо к пацанам подключаться, потому что там Тинкер сейчас будет летать их гонять. Да, давай. Я, наверное, дагер сделаю сейчас. Тупо без армлета, дагер догон. Чтоб можно было цеплять его сейчас. Потому что он не актер там. Да? Да, профессионал дото. 1500 есть как раз. Дагон, почему Хускар? Красный посох надо написать, сейчас напишу. Как ты мог, а? Почему? Красный. Это все объясняет, кстати. Красный посох. Ну реально, он спросил, почему догон. Я говорю, красный посох. Поехали.
Я поехали. Эх, не вижу его, подогону ему. Не достаю, я не слишком, слишком далеко. Так, степ. О, дядь. Ой, сейчас мне, кажется, мне сейчас тинкер. Ой, больно. Больно, не надо. Ай. Так, степ. Маны на дагн нет. Ух. Он лазер замаксил, слышишь? Конечно. Лазер замаксил. Еще и паузы ставит, понял? Чисто такой. Еще и паузы поставит такой. ZXC там вот это вообще дела. Да. Ну, походу, надо будет сейчас делать армлет, да? Я смотрю, такое там. Такое. Джонни Депп. Джонни Дип. Рики, тройку не максил. О. Пойду внизу фармить. Давай. Не знаю, надо все-таки, наверное, армлет сделать. Токсика наказать надо. Как думаешь? Короче, было по-серьезу, да, играть? Ну, я думаю, да. Ну, догоны в любом случае пригодятся, я думаю. Потому что, видишь, как он токсит. Да, надо догоном тоже затоксичить, кстати, в ответ потом. Да, дай мы будем цеплять. Я, наверное, все-таки армлет сделаю, чтобы можно было драться. А то я сейчас у меня что, 1000 хп всего. И особо ничего больше нету. Интересный. Жалко, не забрал его. Мог забрать, по идее. Так, степ. Так, ну армилет есть, если что. Хорошо. Армилет. Немножечко, так сказать, эта катка будет такая. Пан поиграли, да, получается. Немножко по-серьезки надо будет сыграть сейчас. Загнобим тинкера. Куда ты будешь делать? Слушай, я сделал армлет себе. Ну, вообще. Дагер, конечно. Я дагер догон огоним буду тут собирать на фулдых щах. На фулдых щах. Понял, на серьезке. На фулдрых щах? На фулдрых щах. На фулдрынах. Надо открывать товара, чтобы ему было некомфортно, чтобы он никуда не мог летать. Да. Снайперы внизу. Снайперы. Движутся к цели. Снайперы. Пойду внизу фармить. Армилет имеем. Чё, душишь там? Да. Догон реализовываю. Догон вообще пушка. Только фармить с догоном не то. Конечно. О, снайпер. Здорово. Догон просто. И все, и нету чувачка. Интересно, дагер есть у тинкера уже? Армилит. Дагерочек. Но он такой, побаивается же, понимает. Дагера нет. Дагера нет. Ну тогда фармим на дагер. Вообще надо бы где-то его выцепить, где-то поставить, подождать на каком-то лайне, выйти и задушить. После убийства надо обязательно паузу поставить. О, я уже курок наготове, курок у меня. Я об этом сразу подумал.
Че там, да? Где-то там. Пойду мид тогда там. Че-то там. Где там? Так, мне надо, блин, у меня пассивные пацаны, но, наверное, надо с тобой сейчас будет ходить. Где-то там? А, ракета прилетел, скинул, улетел. Сейчас, наверное, сюда придет. Снова. Может быть, он захочет тебя забуртить, типа добить через лазер? Да вряд ли он не будет ходить. Я ульта держу. Я просто товара сейчас попушу. Да-да-да, надо. Все открывать нахрен. Товара. И в лес сейчас пойдем. Понагнетаем немного. Пойдем сюда. Зевса первым, наверное. Лучше. У меня проблема будет. Ты рядом, если что? Я далековато. Успел. Хорошо, тинкера тогда принимаю. Убивай его, убивай. Хорош. С этими паузами. А в чем мут ставит, понял? Завали. Они нравятся, да? Лоу. Не нравится, да, когда паузы ставят? Сразу какая реакция у него, да? Обрати внимание. Жесть. Какой ЧСВ, да? Жесть. Он там своих тикает. Жесть, конечно. Овер ЧСВшный челик, конечно. Да. Но мы таких любим. Да, таких выигрывать по кайфу. Если честно, знаешь, я сейчас вырубил армлет, я подумал, почему-то у меня в голове было, что спектра что-то это, ну, вроде как за нас. Тупанул. Тек сварит он, либо, не знаю, что там еще. Он ливнет, я тебе отвечаю просто. Нервы не выдержат у малолетнего пацаненка. Сейчас даггер куплю. Буду просто на лайнах стоять, ждать его. Ну, жестко, да? Конечно. Так, Майена, найс. Обожаю просто. Кайфую. Все, лотар купить, прикинь, чтобы он никогда не ушел, нигде не спрятался. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Я буду в Аганим выходить и догонить просто. Пульт догон будем стараться делать. Прилетит день сейчас там до задуши. Внизу полетел, да, он там? Он, наверное, сейчас на мид полетит. Я побегу на мид, стянусь. Там фарм будет. Так, уже улетел. Он шиву, наверное, делает. Да, в мид прилетел. Ой, его тут не очень. Кажется, в первой доте. Блин, ну не смог соло забрать его. Опа, под БМом не переключить так-то. Под БМом не переключить. На базу. Он тут. Я улетаю, не у меня не варик тут драться. Немножко не варик. Забрали? Паузы есть? Тебе конец, да? Мамкин, ой, хорош, дядь. Я помогу. Помогу, бро. Ой, как прохилило под крипом. Я еще догончик там насыпал, дядь. Смотри, он предварительно меня замутил, чтобы написать. Чтобы, да, чтобы никто не огрызался. Блин, очень лютый чел, очень лютая ЧСВ. Почему? Поясняю. Он сам первый начал токсить.
Реально, притом ему никто ничего не писал, никто ничего не говорил. Он поставил паузу после того, как меня убил, и мы ответили тем же, то есть по его правилам, да? И он начинает переходить уже на лютые оскорбления, ты там, то там, это, ты да, ты там говно и тому подобное. Ну, то есть у человека какие-то, скорее всего, физические, умственные отклонения. Вот как-то вот, наверное, так это выглядит, потому что... Что-то, ну, немножечко ЧСВ чувачок подрубает, поэтому... Чуть-чуть так слегка. Чуть-чуть слегка ЧСВ подрубил, немножечко совсем. Но это не наше дело, как говорится. Наше дело наказать. И все. Мы чисто полиция такая. Да, полиция, по наказыванию ЧСВшников. Что там у нас по мане? Подожди, подожди, подожди. Блин, ладно, ой, прости, не подобузил. Не бань меня. Вот сейчас в меду будет драка, я так думаю. Ладно, вот так сделаем в тупую. Хорошо. Хорошо. Зря он, мне кажется, без даггера, да? Тут бы можно было. Блин, я думал, он купил его, я даже не обратил внимания. О, дурак. Да не, он не покупал даггер. Так, я на базу сгоняю. У меня совсем все плохо. МПшки, КПшки. Нет, спектра там, блин, тяжелая. Толстая. Было, было. Злой. Что это за зло? Я первый раз такое вижу. Ну, этот чел, конечно... Жесть. Вот вам, ребята, показательное шоу, как говорится, актер еще один на Тинкере у нас имеется, который токсил, ему не понравилось, что в ответ ему ответили так же. Соответственно, относитесь к людям так, как вы хотели, чтобы относились к вам. Вот сей басня, как говорится. Басня сей Крылова. Погнали. Что он там, кого там хочет кикнуть? Да всех он кикает. Снайпера 0D. Типа, я затопью, я смогу, да. Не, ну на самом деле... по чуть будем подпушивать. Там спектра, со спектра немножко могут быть в лейте проблемы. Поэтому... нам нужно торопиться. Да-да. Да-да. Я займусь этим. И я займусь этим. Где ты, мой сладенький? Улетел уже. Ну ладненько. Спека там. Иду спеку тушить. Иду. Очень плотная. Он видел? Я без маны, бро. Нормально. Я на Б полечу. Давай. Окей. Окей. Б, бро. Ты Б, бро? Я нюхаю. Бэбро. Я бэбро. Я бэбро, говори. Хорошо, не бобер. А ты бэбро. Мы можем вообще рошанчика, в принципе, пойти, дядь. Да и... да, и надо тэшку забирать. Так, я аганим сделал. Я только вард поставлю. Перед рошаном. Да. Опа, давай подобузим. Хорошо. Найс, обузим. Пойдем Рошана в тупую. Да его Рики уже даже убивает, дядь. О чем речь? Да, я вардану. Что там, пауз нету? Такое личное оскорбление сразу. Что, ты против меня поставил паузу? Против меня? Все, что он этот чел может, это только что-то про мать написать и оскорбление, не больше. Слабенький. Слабенькая ЧСВ. Надо, давай его попробуем прям похейтить. Как-то да, вот надо нам. Нам надо как-то где-то вот стоять и поджидать его. Вот, например, вот здесь сейчас встанем, давай где-нибудь так поближе. Либо к миду ближе. Смотри, сколько крипа. Вот здесь давай будем. Ну, и тут точка такая, что можно будет и там, я думаю, зацепить.
Так, тут на крипах никого. Он может просто вот отсюда, вот от Т-шки работать, либо внизу. Зачем он зайдет, вопрос? Он либо тут фармит, либо он просто АФК стоит. Он только что с таверны вышел, и в принципе по таймингу он должен сейчас куда-то полететь, либо низ, либо мид. Мы его сейчас прямо, именно задача будет его там поубивать, там пару раз так чисто поток. Я могу глиммер тебе дать, чтобы ты прокрался. Да норм, норм, стоим, ждем. Главное, чтобы мы тут не под вардом стояли, как бы. Начнем с этого. Случай, убедимся. О, вон прилетел. Let's go. Блин, пауз нет. Нет, у меня тоже нет пауз. Да ничего ты мне не делаешь. Хорошо. Угу. Где там мое любимое ЧСВ? Таверне? Неожиданно. Зевса кикнули. Отлично. Отлично. Пойдем Т2. Я догон максить буду дальше. Догон максить. Дальше максим догоны. И все. Пойдет. Сейчас. Блин, у меня так телефон тупит. Телефон подтупливает. Так, догончик 2. Сюда. Че там, пойдем, где там наш друг? Где наш друг? Его вообще, мы все этого раз пушим, он вообще никуда не выйдет, вообще да. Будет интересно. Так наша задача загнобить его по максимуму, правильно? Давай. Хекс у него. Ну хорош, успел, блядь. Хорош. Ну я ему догоны дал. Так, чтобы он покурил. Знай свое место. Давай мид подпушим. У меня еще Аега есть. Крест есть у тебя? Дай крест. Есть. Прям в тупую сейчас. Хорош. Я ее задушу. Все, она мертва. Эх, не успел, да? Печаль. Майбэк! Рейдж пайбэк. Нормально. Я понял. У него ненависть к русским. Так. Да. Понял тебя. Ну, обидели человека, видимо. Приехал, наверное, на заработки в Москву, а его не пустили. Так, ну я тут, скорее всего, умру. Нет. Ой-ой-ой, дядь, ты просто царь этой доты. Ты посмотри, что она. Жалко, пауз нету, братулечек. Ты байбекнулся, да? Рейдж байбек, это ты говоришь, ты байбекнулся и пошел. Блин. Понял. Блин, 45 секунд еще в муте, не могу писать. А мы сейчас спушим и на топ Т2 пойдем. Так, догон 3, все, в принципе, догон пятерка. Лотуса какого-то бы сделать. Хотя, в принципе, я не думаю, что он понадобится прям. 20 секунд. Надо цеплять и наказывать просто. Таких надо наказывать. Злой. Вообще редкий такой экземпляр. Редко я такого именно националиста в первой доте. Ну да. Очень странно себя ведет, конечно, Чубзик. Очень странно. В миду суета. Пойдем? Подожди, я далеко, Аркадий. Давай вот здесь встретим где-то его. Пойдем. Вот так вот напишем.
Это новый язык, походу, да. Дед инсайдов, но это, скорее всего, аутсайд какой-то. Вон, смотри, ну у него даггер, кстати, дед. На, прокрадись. Можно с догона, в принципе, начать. Но вряд ли тут прокрадусь. Не знаю, таких челов, мне кажется, на айкапе надо пожизненно банить. Хорошо, что ты его выучил. Ну, по факту, кстати, да. Я Т2 ломать буду. Жаль, мы на записи, я бы ему написал то, что действительно хочу. Ну, хочешь, но не нужно, по факту. Потому что чел не прав. Он просто обижен жизнью, чувак. Ты просто представь, он сейчас зашел в игру, вот просто представь, это игра. В которой он ведет себя как животное какое-то. Вот просто в игре. Как животное. Понимаешь, да, смысл? Игра, животное. Причем тут вообще русский? А какая разница, кто играет с компьютером? Типа, понимаешь, у чела прям вот какая-то вот ненависть. Шотнул просто его. Как классно будет, вот просто, я не знаю, даже, мне кажется, вы настолько кайфанете с этой игры намного больше, чем вот с прошлой, да, которую мы играли, по факту, потому что тут именно действительно контент, наказание хейтера, который и национальность затрагивает, и мамку, и все, вот просто то, что нужно. Таких челов в дотке вообще сколько много. Их надо душить. Так, ну что ты там, да? Ты там. 20 секунд рез. А, я только сейчас его ник правильно прочитал. Да, ну там фулпаки. Понял. Я W как за В читал, блин. Забавно, с этого умер. С прокаста просто. Т-шку побьем и отойдем, наверное. Это все, на что ты способен? И что? И что он? Это все, на что, боже, ты способен? Байбекается, дядь. Байбек. Мне хекс. У меня нету креста, нет креста. Нормально. Боже мой! Что он делает? Ой, жесть. Больше не бери тинкера. По факту. Он, ну, сейчас он это уже крайняя стадия сгорания. Фу, какой омерзительный чат, да, вообще жесть, конечно. Ну, ребят, дело... Пойдем, Антох? Пошли. Я чуть не достаю. Чуть-чуть. Крест там, если что. Есть крест. Нормально. Жесть. Да, я ему ПМ напишу. Обидел тебя, напишу ему. ДНДшку даже оф. Ну чё он? Стараться в игре, понял? Он зашел сюда, спустился с небес к нам. Да, к нам, с небес. А мы знаем, где небеса находятся на самом деле, что это за место. Да, жесть. Ну вот это, конечно, люто. Лютое ЧСВ. Чел, немножечко, чуть-чуть ЧСВ, да? Че, отойдем? Давай, у меня маны, правда, нет. Да, отойдем просто. Уходи. Я, если что, пройдусь. Я, наверное... Может, хекс купить, слышишь? Я хекс куплю. Хекс куплю. Слышь, надо его, блин, еще купить бы хекса и просто потроллить его, поконтролить. Я хекс, чтобы законтролить его, там, часто прыгнул, там, догон, и это все, чтобы все понажимать. Там, на самом деле, там Спектра молодец. Она прям что-то хотя бы, ну,
пыталась сделать в этой игре, реально молодец. Такие ребята радуют. Красавчик. Нужно тренироваться. Тебе нужно тренироваться, по факту. Тебе надо тренироваться. Ой, жесть, смотри, как у него реально жестко полыхает с того, что он там. Пусть спектра подефит, дядь, пусть реснется. Не пушай. Жесть. Конечно, это жестко. Интересный. Жаль, Тинкер слил игру. Вот по максимуму. Слил. Гаме, Тинкер. Ну, у меня мут еще 5 минут. Мусор, мусор. Ой, жесть. В аду гореть, обещаю, говорит. Жесть, что он обещаю. Вообще несет? Ты просто думаешь. Обещает, говорит. В аду гореть, обещаю. Что, ребят, максимально осуждаю этого чела, вообще, что он несет. К слову, кто не понял вообще, что к чему? Чел затоксил, ему ответили тоже токсичностью. Оп. Ой. Жесть. Я буду ждать просто его реты, пусть они дефают, и будем по КД его убивать. Жесть, он просто на клавиатуре сидит. Ребят, это жестко, не ведите себя так, это просто игра. Чел зашел, вот здесь вот, убивает меня просто так. Никто ему ничего не писал, все просто играли. Он ставит паузу. Ему ответили на следующий раз, когда его убили, тоже паузой. И вот понеслось, у него просто нереально горит жопа. Просто чел, не знаю, осуждаю максимально. Вести себя так, он постоянно затрагивает мать, это жесть, он просто чат летит. Пишет, что выловит меня на Next. Я пишу тренера, вылови себе. Ай, насекомое там. Если честно, очень сильно похоже на стилистику Нагинга, реально. Тинкер там вот. Плюс вот такое там, жесткая агрессия. Когда игра не задается сразу. Вот у Ахмы бывает прям так жестко сгорает. Но давно уже, если честно, такой темы не видел. Это жестко. Да сейчас он реснется, Тинкер прилетит, там Хек сразу и погнал. Хекс уже наготове. Вон он в миду, я в мид прыгну, дядь. Будет он там оставаться. Зацепил. И уходить все. Просто я не буду пушить. Не буду пушить, пока да его так будем убивать. Спектра, молодец. Ребята, вот берите пример со спектры. Парень ничего не пишет, просто играет. Он зашел сюда поиграть, не чатится, не токсить, как некоторые. И просто получает удовольствие с этой игры. Рики пишет, не пуш. Он тоже хочет, чтобы Тинкер подольше умирал. Да, еще 30 секунд реса. Нифига себе, он тебе твой КДА, говорит саппортская. 7-4. Ты должен был 30 на 0 бегать. Ладно, в следующий раз лучше сыграю. Да. Тренера найму. Тренера надо нанять. Ну, я, кстати, могу помочь тебе с этим немножко. Ой, слушай. Ну, прайс-лист потом мне напиши. Прайс в ПМ. 2 минуты еще. Там ломает он, да? Сейчас, наверное, в мид прилетит. Ждем. Где он там? Вон он. Вышел с хайграундов. И убегает в колодец сразу. Ой, петушка. А. Петушка. Ну все, мега крипы. Пусть выйдет только. Просто как крипа. Ой, бро.
Да что за промахи такие лютые? Спектру не хочу трогать, он молодец действительно. Спектра красава. Давайте, пусть подефает, пусть дефает. Ну, Лина, походу, не даст, да? Еще раз Тинкера надо забрать, что за дела? Ладно, догоним. GG. Ну что ж, ребята, наказан хейтер, очередняра, наказан. И смело заявляю, мы выполнили свою задачу максимально на 100%. Захейтили 16 смертей у чел, 19 у снайпера. Недалеко от снайпера он ушел. Жесть. Как он жестко, этот тип сгорел, это, конечно... Но не нужно быть таким, ребят, запомните. Играйте, блин, в удовольствие и не ведитесь там, не знаю, на какие-то эмоции, уж тем более на национальность переходить и пытаться задеть там честь и тому подобное. Но типа порофлить с такого чела по максимуму надо, потому что, ну, этот человек, он, скорее всего, дурачок просто. Таких людей очень много, ну, да ладно, не суть. Надеюсь, эта катка вам зайдет, потому что тут просто куча контента с Антохой развлеклись. Ну, чё скажешь, как тебе вообще в целом? Вот эта карта, вот эта катка была что надо, это то, чего мне не хватало. И просто поугарать. Полиция в действии, полиция наказывает хейтерков. Чисто вот такой вот у нас получился, ребят, контент. Но если зашло, то вам по-любому зайдет. Ну и на этом все, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел. Обязательно поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. На этом все. С вами был Ксеназос и до скорого. Всем удачи.